Мальчики смотрят в ее сторону. Да. Девочки тоже разделились поровну. Они снова ищут повода, чтобы дать городу сплетни новые. Успокойтесь, клоуны, она пришла себя показать. Здесь не надо толпиться, ей не надо мешать. Как она это делает, вы сейчас увидите. Кто ее не любит, вы просто ей завидуете. Но без которых еще лучше. Есть люди, как я. Со мной плохо, без меня еще хуже.